Петербургском Исаакиевском соборе прошла презентация работы автоматизированной системы управления колоколами «Электронный звонарь». Система предназначена для осуществления автоматизированного колокольного звона с участием или без участия человека, а также для реализации функции курантов. Колокол имеет пульт дистанционного управления. Память устройства позволяет запрограммировать до 99 колокольных звонов. В первый раз колокольный звон, запущенный дистанционным управлением, прозвучит сегодня в День города.